Отдел культуры администрации Цхинвальского района провел ежегодный смотр коллективов художественной самодеятельности. Творческие коллективы и отдельные артисты показывали свое мастерство. Подобные смотры будут проводиться ежегодно в целях выявления талантливых исполнителей и коллективов, отметил начальник отдела культуры Цхинвальского района Рустик Гаглоев. В конкурсе принимали участие Хитагуровский, Дменицкий, Хелчуинский, Тбетский, Изарские дома культуры и детский ансамбль «Малусак». Артисты выступали в двух номинациях – хореография, а вторая номинация объединила вокал, театральный жанр и художественное слово. В номинации «Хореография» победу одержал Тбетский сельский дом культуры. Сильнейшими во второй номинации оказались артисты Хитагуровского дома культуры. Рустик Гаглоев поблагодарил участников и зрителей, подчеркнув, что они и дальше будут способствовать сохранению самодеятельного народного творчества. Оксана Джоева, Арсен Гасиев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня.